потрясающий анекдот. Пёс такой плывет, тоже такой довольный. Живот такой круглый у него. Леща встречает, есть. Пёс, ты что такой довольный? Откуда плывешь? Да вон, говорит, в соседнем заводе, говорит, наелся, говорит, этих червей, говорит. А где, говорит? Так вот, говорит, вот вторую заводь проплываешь, говорит, в третьей заводе, говорит, там полно, говорит. Тот такой лас и ломанулся туда. Ешь только плыви, плыви, говорит, тебя-то из лодки 5 раз выкинет.